Так, ну что, сегодня 14 января. Достала доступная игра Darwin Project. Давайте посмотрим, что это хоть за... Что из себя представляет-то? Тенденция там, кто-то начал стримить. Darwin Project. Давайте. Опачки, опачки, опачки. Uncharted подождем. Сегодня допройдем. Третью часть осталось пройти. И со всеми частями будет. А, X надо нажать, я забыл. Просто надо промолчать. Последнее обновление. Ёлки-палки, надо очки протереть, секунду. Можно, я думаю, смело нажать X. Я там где-то вообще не понял, что там написано. Так, сейчас. Узнавайте основы. Давайте узнаем основы. Добро пожаловать в заключительный, прежде чем попросил. Да, давайте. Режиссер видит арену целиком, комментируя происходящее во время матча. О, это я. Я буду комментировать во время матча все, что движется. Что-то как-то тихо звук. Ну ладно. Нажмите R для переката. X прыжок. Я понял. Все, я пошел. Джу-джу-джу! Джингала! Нажмите R2 для размахивания топором. Йо, красота. Нажмите открыть меню с улучшениями. Тюн. Это что, какая-то демо-версия, блядь, этого, которую все играют? Тю-тю-тю, блядь. Как-то она называется-то. Огонь. Ну, что надо сделать? Выбрать улучшение. Че, на что улучшаем? У нас одна елка. А это что это? А, не понимаю, все равно. Снежок. Ну давай, снежок улучшим. Хуй знает, как его, зачем я снежок улучшил. Чё теперь? Остановитесь у огня, пока полностью не согреетесь. Я оттаял. Ага. Хорошо, 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 оттаял. Ну всё, дальше побежал. Здесь что будем делать? Осмотреться. Ага, вижу дорогу. Надо идти туда. Убейте искусственного заключенного. Какого искусственного заключенного? Ах ты ж черт, убил. Посмотрите в точку, в которой идет цель. Не понял. Давай посмотрим, где у нас идет цель. Виу, 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 виу. Хер знает, где на точку идет цель. Карты нет. Подожди, может, карты никак нельзя. А, вон, все увидел, ёпта, слепень. Так. Рубите деревья, чтобы собрать больше древесины. На-на-на-на-на, я дровосек, я дровосек.
Все, я набрал кучу древесины. Теперь создайте 3 стрелы. Тин. И где тут? Стандартная. Три стрелы. Раз. Два. Три. Все. Попадите по тренировочной мишени из лука 3 раза. Его красота. Можешь поближе подойти. Тут наверняка. Тун-тун-тун. Насука. Потом не промазать так вот. Насука. Так, так, так. Насука. Чё? Перейдите в точку, которая идет в цель. Ага. Дальше. Разбейте резервуары, чтобы собирать чего? Дарвиниум. С Дарвиниум пойду. Так какие-то вот. Создайте способный старт. Старт. Метеор. Я прошел обучение. За это ачивку надо давать. Фикчи. Поздравляем, вы пережили учебник и заработал себе еду. Наслаждайся, рамен. Арена является опасным местом. Вы нас... Так бы дует он совершить. Пропустить. Сразу идем на арену. До режиссера 5 левелов надо прокачать. И будем режиссером озвучивать матч. Первый эфир пошел. Давай, давай. Дарвин Проджект. Режиссеры видят арену целиком, комментируют происходящее во время матча, а также используют свои специальные способности, чтобы зрители не скучали. Охеренно. Выберите класс. Используйте способность летать, чтобы получать стратегические преимущества и смесь с высоты. Включать механическую руку. Хантером будем. Дерево найти бы. Я, конечно, ничего не понимаю, что делать. Какую? У нас нету ничего. Дендрариум нашли. Это еще один. Драйл. Так. Идем, идем, идем. Да, дальше-то. Вот дерево. Так, надо начинать прокачивать.
Сразу две стрелы. Мало ли еще кто нападет. Все. А мы его сразу чпок. Короче, стрел надо наделать. Мы не знаем, что там дальше. Кто там, мало ли там уже другой игрок будет какой-нибудь. Здесь нет, посмотрите, статистики, кто играет. А, надо же еще костер разводить. Ночь скоро наступит. Надо разводить костер, иначе будет замерзнешь. Northeast zone is about to be forbidden. Я все вижу. Нам до костер сейчас чужую попалим. Со спины, когда он будет там сидеть. И дойдем и кокнем его. Да, улика какая-то. Вон он. Ебать. Точно. Он стрелять начал. Ух ты ж, блядь, с одного удара бьет. Ебать. И, короче, я выебан. Я понял, сколько ударов нужно хотя бы, блять, я совсем понятно. Darwinian shipment has arrived. Чё делать-то? А вон там показано, кто там играет против кого. Или можно выходить все? Играй снова. Не дали мне уровень. Ничего не дали, потому что меня чувак зарубил топором. Угу. Надо найти пещерку, засесть там, нахуй никуда не ходить. Блин, здесь. Здесь я. Костерок разведу.
Еще один костерок разведу. Тогда надо стрел немножко наделать. Так-ка назад. Далеко ушел. Ну да чего тут? Горячий кофе зачем-то. А я сюда ходил. Здесь уже ничего нет. Попробуем. Увижу сундук. Дерево. Чё, одна растяжка. Так. На базу. Значит, это этот же сейчас я пиздюлюсь. Где моя база? Вон. Здесь можно. Что такое Т1? Вот северо-восток. Remaining.
Northwest zone is about to be forbidden. Axe kill. Four players remaining. Frozen to death. Defeated. Вот я лошара. Ладно, сыграем еще раз. Я понял, как. Можно же совсем по квадратам смотреть. Где твой квадрат? Вряд ли мы резнулись, скажем. Мы все, наверное, в каждом своем квадрате. И потом все равно, да, каждый квадрат будет по одному уходить. Когда соседи, надо ждать оборону. Ой, бля, все интересно, понятно. Третий раз это уже достойно. Уже затягивает. Давайте пока грузит, посмотрим, есть ли ачивки какие в игре. Заодно проверим. Да, Darwin Project, есть какие-то ачивки. Понятно, никто ничего. 0%. Первый раз такое вижу, чтобы никто еще не выполнил. Оплачено, не сделали. Нельзя сворачивать игру во время поиска матча. Это минус. Где хоть у меня какой уровень-то? Можно посмотреть. Облик. Ну-ка давай-ка захерачим себе вот такого. Не, наоборот, надо, блядь, это... Темного. С топором. Нет, ебать, тут можно, смотри, какие топоры хуярить. Вот с такой будешь идти, ебаный в рот. Нет у нас столько денег. А может, кстати, сейчас откроем. Ну-ка, маньяк из пиццерии выбрать. Все, теперь будем в такой ходить. Ебический случай. Зеленый, кстати, будет. Видно меня лучше, это... Ну... Понятно, короче. Пожалуйста, можно купить за реал. Нет, ничего покупать мы не будем. Это бред. Кто это говорит-то? У меня аж микрофон не включен. During the match, your body will be airlifted as near as possible.
Twilight. Ну, здесь можно дом построить, базу. Да уж. Чё это нахуй? Видали нахуй? Darwinian shipment. Northeast zone is about to be forbidden. Чё это было? Kill. 9 players remaining. Какую невидимость-то? На нолик. Окей. Стачка. Northeast zone is now forbidden. 6 zones remaining. Ну и все. Но он ушел не ко мне. Darwinian shipment has arrived. Axe kill. 8 players remaining. Да, так интересно. Axe kill. 7 players remaining. South.
quest zone is about to be forbidden. Darwinian shipment has arrived. Лагануло. Six players remaining. Это что такое? Вот так вот. Прервалась игра. Это, конечно, не дело. Такое играть я больше не буду. Хотя, конечно, это интересно. И многим, кому зайдет эта игра, будет популярна в своем кругу больших и очень гениальных людей.